1 апреля прошлого года в Щелкове начал работу многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, сокращенно МФЦ. А с нового года, с гордостью говорят его сотрудники, это уже сеть учреждений. Открылись офисы в самых отдаленных уголках Щелковского района, городских поселениях Монино и Фрианово. Проверить готовность учреждения к работе и поздравить коллектив в Монино приехал руководитель администрации Щелковского района Алексей Валов. Сегодня такое радостное событие. Наше коллектив пополнился на новых сотрудников, наш арсенал пополнился еще на 5 окон. То есть мы открываем отдел приема заявителей городского поселения Монино. Цель МФЦ – максимально приблизить к населению оказание муниципальных и государственных услуг, как того требует государственная программа «Эффективная власть». Еще в августе была разработана и утверждена дорожная карта по подготовке офиса МФЦ. Нашли помещение, соответствующее и по площади, и по удобству расположения, в новом здании Монинской администрации. Его отремонтировали, наполнили оборудованием, подготовили консультантов. Местным жителям больше не нужно ехать за документами в Щелково. Мы приглашаем не только жителей городского поселения Монино, но и всех, кому удобно сюда будет обращаться за услугами, потому что программа абсолютно единая, услуги, которые будут оказываться здесь и которые оказываются на территории нашего основного офиса на Свирске 2, абсолютно одинаковые. Сотрудники обучения прошли, сотрудники квалифицированы. Очень приятное здесь мероприятие такое, очень нужное для жителей, которые проживают в городском поселении Монино. Уверен, что логистика принятия решения по любым заявлениям, конечно же, ускорится, конечно же, будет удобно для жителей. Все офисы МФЦ открыты с понедельника по субботу с 8 утра до 8 вечера. Ирина Микеда, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».